Всем привет! Это Space Engineers, сценарий номер один, и я Квас. Мы его проходим уже вторую серию, по той причине, что я решил сделать разборщик, который называется Reaper Drone, но он у нас, ну, в принципе, можно его просто Рипером назвать, убийцей, точнее, смертником. Так, разбираем мы кораблик. Так. Точнее, дрон. Что у нас с инвентарем? С инвентарем пока все норм. Так, ок. Выключили. Сателлител. Сателлител. Так. Давайте дойдем до этого солитела, солидола, блин. Я на нем припаркуюсь, по крайней мере, попробую припарковаться. И мы полетим на станцию, посмотрим, что у них там. Оп. А вот и кончилась дальность. О, тихо. Тихо. У нас пушка. Ну, полетели. Ну, давай, залезай. Не нравятся мне эти двери. Дико не нравятся. Ладно. Малая какая-то дистанция у нас. Ну, ладно. На... По крайней мере, знаем, что он с солитолом этим. Сейчас мы полетим к базе. Там я вижу, какие-то мерцают. То ли астероиды, то ли еще что-то. Так. Тоже какие-то обломки, по-моему, летают. Нам нужно будет сделать какой-нибудь маленький кораблик. А что его делать, кстати? Я его сейчас это, на дроне прямо сделаю. И будем летать с помощью него. Так, ок. Еще я знаю, что я сделаю на этом корабле. Я, наверное, сделаю на нем мод из гироскопчиков. Пусть они себе. Ты, кстати, ускоряют работу. Так. Давайте зайдем в наш теперь уже Reaper Drone. Управление. Так, ладно, чтобы не удариться. Где у нас наша хрень? А, не люблю я эту камеру. Она какая-то очень в эту сеточку, блин, чертову. Так, не зря я оставил зеленым. Где показываю. Ну, зеленый этот цвет. Можно было сразу понять, куда мне сесть. Так. Поворачиваем вот так. И в бачок. Ложимся практически. Так, теперь нам нужно. Воу. Все включено. Все нормально. Тихо. Воу, что это было сейчас? Ты, давай, вылезай, дурень. Давай. Спилю эти нахрен двери. Так, бачком таким легли. Ну ладненько. Ладненько. Нам нужно поставить куда-нибудь. Нашу эту кабинку. Ну, сюда, наверное, и поставим что-то. Господи, проблема-то. Тем более, судя по внешнему виду, кабина именно здесь и должна стоять. Пластина, твою мать.
Пластина тебе нужна, да? Тебе нужна пластина. Пластина, 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 пластина. Ты компьютер, пластина, пластина, пластина. А пластины нет. Так, давай. Нет, это вот пластина. Как ты выглядишь хотя бы, пластина? Солнечная пластина. Компьютер, бронированное стекло, экран. А, вот оно как. Сейчас опять маленьких трубок не хватит, да? Welder. Че, все что ли? Чего не хватает-то? А, не хватает-то до хрена всего. Пластин 6 нужно, да? 9 точнее. Экрана 4. 6 пластин. И экраны. Так. Есть. А. Есть. Отлично. Я думаю... О, ну, тут другое дело, ё-моё. Внешне, конечно, это выглядит ужаснейше. Скорость отвратительнейшая. Вот, ну ладно. По крайней мере, у нас с вами появился корабль, с которым мы можем, в общем-то, неплохо полетать. Так, давайте сюда мы поставим... Оп, включить, выключить. Так. Где-то тут я видел какое-то скопление. Вот он еще один. Бот вылез, так сказать. А, сателлит 2. Вот что там было. Летал. Окей, окей. Так. Station. Чё, классно сделано, ё-моё, ребята. Это очень классно. Но, видимо, не хватает тут где-то деталей. Потому что этот корабль... Так, ну давайте. Так. Мне кажется, нам надо будет пересобрать этот корабль, либо собрать свой. Так, ладно, допилим уже до конца. Так. Что тут у нас? Ой. То есть это надо каким-то образом все дело... Включать и выключать.
Не люблю, не люблю. Давайте вот так. Интересная станция, так смотрю. Реакторов-то столько. Ух. А, он тут еще и бурит железо, если нужно. Это круто, ребята, это круто. Да, видите, тут есть моменты, когда... когда не прорисовано это, рендер не произведен до конца. Вот эти, видимо, просто старые стоят, поэтому они так и выглядят. Хотя странно, по идее, должны быть новые. Здесь, видите, тоже используется мод, кстати, который почему-то официально не выпустили. На пистоны. Один короткий стоит, другой длинный. Соответственно, он движется, пока собирает. Вот. Я как понимаю, они таким образом ее опускают время от времени. Ту хрень. Ну чё, классно сделали, молодцы, мне нравится. К управлениям. Да, тут нам работает от души. Где у них? А, вот они, реакторы все. Ну, даже не все. Смотрите, их сколько тут. Здесь, наверное, так же, да? Нет? Нет, здесь нету. Классная база. Классная. Ага, это таймер здесь стоит. Сейчас мы тут все отключим, потому что там работают велдеры. Если я решу их перепрограммировать, то есть спилить, возможно, последствия в том виде, что меня покоцает. Поэтому я хочу обезопасить себя. Все равно работает. Вот это-то уже и странно. Вот еще реактор, да? И вот реактор. Опс. Вот и все. На одном реакторе все держалось. Очень классно. Очень. Молодцы. Тым. О, сразу посинел. Оп. 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 Так, теперь это все дело собираем. Видите, это нам не надо.
Нормик, 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 нормик. Так, что у нас теперь? Доступ запрещен, ну, да, конечно. Так, карго-шипы всякие. Так, буры запрещены у нас все. Что делать, что делать, что делать? Ага. Я понял. Тут можно приконнектиться. Сразу как перестало жужжать эта станция, сразу тишина такая в космосе стала. Круто, круто, круто. Круто. Мне кажется, разработчикам надо не только игровым разработчикам, но и разработчикам модов придумать проходной щит. До этого была моделька проходного вот такого путя, который прокладывал дыры, проделал дыры в в астероидах. Вот. Понятно. Как это? Если знаете, как строят там метро или ну, глубокие тоннели, проходит такой этот горный щит, по-моему, так называется. Вот. Нужно вот такой же щит сделать. Да? Окей. Как-то криво. Ладно. Тут у нас... Ага. Получили ко всему практически. Чё критически-то? Ещё 30%. Так, давайте, где наш дрончик? Так, а сможем мы, интересно, приконнектиться к нашему... Нет, не сможем. Практически в 1000 километрах от нас. Нам нужно его забрать. Мы здесь все, в принципе, захватили. Как я понимаю, нам надо разобрать этот корабль, чтобы он не мешался. И, в принципе, это все. Мы можем вот что сделать. Мы можем собрать маленький какой-нибудь кораблик. У нас же есть. Вот он, мой двуликий Янус. Вот он, бурильщик. И вот один корабль одного из чуваков в группе ВКонтакте. Так. Нам нужен еще прожектор. Тут темно, как в шопе, сами знаете у кого. Так. Потому что здесь уже, кстати, тьма получше прорисована. И мне это нравится. Так. У нас посадочные
лапы на жопе. Нелогично. Ну ладно. Мы сейчас его... Ты что тут парится? Куда-нибудь его сюда пристыкуем. Видите? Тихо. Воу, промахнулись. Так, нормально. Так, трастерс включаем. Все. С этим разобрались. Так, теперь нам надо доехать до базы, которую я снес. Да ёб твою мать. Которую я снес. Этот. Достали вы меня от двери. Всё ему. Ты тоже достала. У которой я снес антенну. Ну ладно, это не сложно. О, новый этот прилетел. Видимо, притащил вместе с собой. Он за мной следит. Следит и едет за мной. Вот это классно. Надо будет попробовать. Попробовать такую же сделать шняшку. И я даже знаю, как ее применить. Но как вот его научить это делать, я пока не знаю. Так. Еще один включился. Тихо, тихо, мужик. Фу. Сюда сейчас встанем. Так, нам нужен, получается, биг трастер на вот эту вот большую хрень, которая зовется Arrow, да, по-моему? Он называется Arrow, да, стрела. Ну, окей. До свидания, дверь. Так, 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 соответственно. База, как оказалось, все-таки стоит вот так. Хотя, для меня она привычна так, конечно, так. Ну ладно. Окей. Нам надо достроить реакторы, которые я посмел немного поломать. Так. Сразу все заработало прям вообще. Так. И здесь также есть, есть. Здесь еще. И где-то был еще один, да? Вот он. Отлично. Так, с этим разобрались.
Г. Группы. Хватит мигать. Так, буры, двери, дуговые печи, смол реактор, поршень, резак, гриндер, ассемблер, велдер. Выключим их. Интересно, что он будет делать. Ок, ладно. Подумаем. Надо бы, конечно, посмотреть, как другие проходят, потому что тут что-то прям вообще нереально. Так, я запутался. Нам нужно бы разобрать вот этот кораблик, наверное. И поставить свой. Свой поставить, свой. Оп. Эти. Так. Так. Как он называется-то? Проектор, да, у нас он? Проектор. Ух ты. А все есть для проектора. Это странно. Так, проектор. Чертежи. У нас нет чертежа. Откуда я, интересно, чертеж возьму? Если только эту фигню доваривать, имелось в виду. Build large thruster. Полагается, что я его поставлю сюда. Значит. А зачем нам эта база тогда, я не понимаю. Только если варить с помощью нее все это дело. Ну давайте. Большой ускоритель. Да как бы и все. Осталось его только сварить. У нас с этим есть проблемы? Никаких вообще проблем. Только детали ускорителя проблема. Ладно. Тогда. Так, сейчас сделаем. Сейчас мы залезем в этот дрончик. Ты. А, да, у нас же выключен двигатель. Так. Сейчас я эту фигню разберу. Я думаю, это будет быстро.
Так. Не уплывай, что ты? У нас еще место есть? Есть. Так. Это тут. О. Так, ну-ка. Ух. Ну, давай уже. Есть. Так, давайте-ка его куда-нибудь уберем. Упс. Ты? Блин, убрал нашу спиливалку. Так.